Привет, друзья! У нас сегодня первый день для нас послабления карантина. Сегодня мы можем выезжать с 7 утра до 10 дня, можно сказать, дня, утра. Ездить на велосипедах, заниматься пробежками индивидуальными, то есть не коллективные виды спорта. И без ограничения времени, то есть без ограничения километража. То есть если с 7 до 10, то можем хоть все время это заниматься. Вот сколько, сейчас переведу камеру, Торрес де Мадрид. И сколько людей здесь сейчас занимается. Обычно здесь относительно пусто. Обычно людей очень мало. Но сегодня прямо здесь... потому что разрешили заниматься спортом по определенным районам. То есть наш район может заниматься, ну, скажем, я не знаю, километров 20 в пределах Мадрида, не выезжать ни в соседние деревни, никуда. Пока так. Через неделю мы сможем выезжать уже кататься в горы. Ну, здесь нам хватает вполне как раз недельку прикататься, чтобы потренировать некоторые технические участки. Здесь у нас есть места с техническими участками, не только прямые дороги. Но велосипедистов очень много, так же, как и бегунов. Людей выпустили все, как с цепи сорвались спортсмены, все счастливые. Вот цветочки, маки цветут активно, поля. Все, свежий воздух, отличная погода, тепло. Сейчас градусов 15-17. Как раз отличная погода покататься на великах. Ну вот, после тренировочки чай с сухофруктами. Это вязаный чай. Я люблю эти чаи Китая, из Китая. Заказываю из Китая. Вот, и можно было бы на улице попить чай, но на улице уже жарко.